В эфире Агентство Русской Информации. В студии Владимир Ануфриев. И Сергей Цветков. Мы продолжаем наши программы. Ждем от вас в Телеграме ссылкой на трансляцию вопросов. Начнем ответы на вопрос, который мы в прошлый раз не успели ответить а потом перейдем к теме сегодняшнего дня. Сегодня у нас 22 октября 2024 года, вторник. Алексей спросил у нас в прошлый раз, как можете прокомментировать такую новость. Советник президента Литвы по нацбезопасности безопасности. Ясотис Будрис заявил, что после завершения конфликта на Украине Россия может напасть на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. При этом Москву поддержит Белоруссия, предполагает он. В свою очередь начальник генштаба Польши Раймунд Андрей Чак предупредил, что при подобном развитии событий последует незамедлительный ответ. Не в первый день, а в первую минуту мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург, заявил он. Для кого, по вашему мнению, эти пугалки? Это не совсем пугалки, это план. План э Британских партнеров, как известно, которые, собственно, совместно с американскими партнерами спровоцировали всю эту ситуацию, перешедшую в масштабные боевые действия на фронте длиной больше тысячи километров. Масштабы такие мировой войны, по большому счету, и, кстати, в тех же местах. Хотел повторить, но вот желались. Надо бояться своих желаний, иначе они могут материализоваться. Что здесь касается Латвии, Литвы, Эстонии и Польши, ясно, что некая Латвия, Литва, Эстония, тем более Польша, Россия России нахрен не нужны. Россия достаточно своей территории, но Украина является своей территории с 16 века официально, сколько я понимаю, а до этого, в общем, это все равно всегда была Россия тоже. Конечно, если взять конкретно историю России, то Киев был мать городов русских, но он был даже на Дунае, когда, скажем так, древний Киев, который разрушили именно венгры, это был Киев на Дунае. Вот, там, в принципе, были как раз и находились первые русские князья Игорь с Ольгой, Святослав Игоревич. Ну, как вот. раз именно оттуда они ходили на Константинополь, на Константинополь. Он, вот. же, он же Царьград. Да, и именно это позволяет... Недалеко, никто, никто не перся, извините, из современного Киева под Днепровским этим порогом абсолютно нереально было дойти до этого Константинополя. В общем, пока дойдешь, ничего от войск не останется. Естественно, они ходили довольно близко. Ну, скажем так, в своей книге я нашел новый маршрут, на котором сидели как раз готы Балты и непосредственно рода Амалов. Вот, и это будет крайне интересно вам будет узнать непосредственно из той книги, которую в скором времени я планирую выпустить. Я никак, никак не прочитаю, к сожалению. Не вычитаю никак ее. Это не важно. Важно другое, что книга закончена. Во всяком случае, я сегодня последние там, ремарки делал, вставочки небольшие. Напомни, как она называется. Она, э, пока ее рабочее название готы и гуны, а та, под названием как запретная история Руси и очерки по истории русского народа, да, вот под названием у Владислава Александровича, а у меня история становления русского народа, вот под названием этой книги. Реально в этой книге очень много того, что вы нигде более не найдете. Причем я ссылаюсь на византийских, арабских, персидских хронограф, которые, в общем-то, еще не подверглись такой большой правке со стороны Константинопольского патриархата, Ватикана и, соответственно, наших доморощенных историков типа Шоцера, Байера, того же самого Карамзина и других, примкнувших к западной исторической школе. Так что прошу любить и жаловать. Соловьев и Ключевский ты имеешь в виду? Ну, Соловьев и Ключевский, они, в принципе, небольшие отличия имеют, особенно Ключевский, кстати. Вот. А особенно Костомаров, например, тут наиболее сильное расхождение как, как бы с концепцией вот этой западной исторической школы имеет. Но важно другое, что книга имеет очень много того, что вы не прочитаете конкретно нигде. У меня даже вторая часть книги посвящена именно разборкам тех высказываний, которые оставляли хронографы, которые, в общем-то, писали более-менее правдиво. О истории Руси и о тех событиях, которые происходили с представителями или предками русского народа, готами и гонами. Ну, то есть, все-таки что-то сохранилось? Сохранилось, да, потому что реально, ну, Европейскую историю они почистили очень сильно, а русскую уже как бы так по остаточному явлению. Ну то, то, что осталось, это позволило мне конкретно давать материал для книги. И он в этих книгах присутствует. То есть, если мне будут говорить там типа того, ты все выдумываешь, я буду конкретно говорить, ну тогда поспорьте вот с представителями европейской э, исторической мысли. Научной. Да. Которая вошла, в общем-то, в, в собрание в общем-то, европейской исторической мысли. Ну, а мы перейдем дальше, обратно к Прибалтике. Э, насколько я помню, из истории, территория Эстонии и Латвии, Латвии была выкуплена... У Швеции. У Швеции? когда это произошло, помнишь? Это было выкуплено Петром Первым после того, как закончилась э, русско-шведская спа... война, да? Да, Северная война она вошла в историю. Русско-шведская война, вот и Петр Первый за нее заплатил сто тысяч золотых рублей. Да, по тем временам это, это очень приличная сумма. Это как сейчас несколько миллиардов долларов. Да, может быть, и больше. Ну, скорее что всего, да. Доллары-то что... сейчас печатаются, а золотые рубли в те времена напечатать было невозможно. Это нужно было где-то добыть золото. А его, в общем, в те времена промышленным способом добывать не, не умели, как сейчас. Ну, да. В огромных этих карьерах, теми самосвалами гигантскими, с промыванием в серной кислоте. Точнее, не серная, а царской водке. Ну, да. Это смесь серной и Азотная. азотной кислоты вот растворяют там, потом выделяют, высушивают. В общем, целое там химическое производство и огромные карьеры. Ничего подобного. Во времена Петра Первого не было, золота было, поэтому очень немного. Самородки гораздо меньше, чем в сейчас. И да, и песок. Да, гораздо меньше, чем сейчас добывалось, оно очень тяжело. И 100 тысяч золотых рублей это была огромная сумма. Огромная. Поэтому это, вообще говоря, тоже законная территория России в 90-х годах дали возможность попробовать независимость, но мы увидим, как эти народы распорядились своей независимостью. Они почему-то устроили гонение на русских, поставили русских в какое-то непонятное положение полулюдей, полу, полу людей, да, то есть не дали гражданства, ограничили в правах, всячески гнобили в том числе русский язык и продолжают, кстати, усиленно это делать. При этом сами превратились из, на фоне остальных республик процветающих таких государств в, в Эмираты, когда до половины населения куда-то уехала или вымерла, экономики практически нет. Живут за счет дотации от Европейского Союза, которые скоро прекратятся. Что они там будут делать, непонятно, но э, руководство, насколько мы понимаем, крайне зависит от того, что говорят именно в Лондоне, не в Вашингтоне. И, соответственно, вот воинственное такое поведение э, стран, которые ничего из себя не представляют, но они вот, находятся в общем близко к стратегически уязвимым активам России это и Санкт-Петербург и Северный флот и другие да, Балтийский, флот, ряда. Да, Балтийский тот, флот тот который находится в Калининграде Калининградская область да там да. находится фактически в осаде постоянно и, и, и вои... вернее сейчас санкт петербургской военно-морской базы то есть они зажаты реально с двух сторон российским Балтийским флотом. Вот. Ну и, соответственно, и российский Балтийский флот тоже зажат Финляндией нет, и Прибалтикой. Нет, а там попытались перехватить какой-то военный корабль, просто всплыла подводная лодка. Одну всплыть отрезвило могучих финских и латышских моряков. И они тут же быстро рассыпались. Ну, Польша это другая тема. Хотя она тоже входила в свое время в Российскую империю. Но у нее были привилегии. Кстати, там говорили на русском языке. Варшава говорила на русском языке. Да, преподавание в том же самом Варшавском университете велось на русском языке. Да, тот, тот э, польский язык который сейчас в Польше фактически единственный, он появился из сельской местности, его там дорабатывали, переносили. Процесс был примерно такой же, как замена русского языка на украинский и на Украине. Очень похожий, похожий процесс. Примерно так же шло там и, шла там и замена религии с православия на католичество. Потому что Польша была Русскоязычная православная страна в своей основе. Именно в XVI веке произошло замещение русского языка по большому нажиму Ватикана, которые придумали так называемый э, польский язык, э, польскую грамматику. Э, в настоящее время э, некоторые шипящие звуки состоят там из пяти-шести. Согласных, согласных букв, что прочитать, и немыслимо. То есть это надо уже, как бы на, ир, на уровне интуиции ловить. Как это произнести. Да. Потому что те же самые штуки. Видно, 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 да. видно, что эти буквы, они, в общем, не соответствуют никак языку. Да, совершенно верно. Потому что. Реально так, так не делается. Под нажимом именно Ватикана это производилось. Для этого, в общем-то, использовали непосредственно корпус зуитов, которые возглавили этот процесс. И, соответственно, план британских, как, как их называют потенциальных партнеров состоит в том, чтобы ослабленная боями на Украине русская армия наконец-то вышла на естественные границы по Бугу. Соответственно, на северном фланге будет ряд провокаций со стороны прибалтийских стран. Это причем могут делать не они, а это могут делать ЧВК, либо диверсионные группы, просто с их территории. Точно так же, как мы сейчас не знаем, откуда запускаются БПЛА да, по Санкт-Петербургу. Ну, вряд ли они летят с, с Украины. Скорее всего, тем более, что там один раз уже заметили, что дрон прилетел с Финляндии. Да. То есть это какие-то диверсионные группы, они вот запускают что-то, ну, запустят что-то больше или станут больше запускать. Как спровоцировать, найдут. Как спровоцировать, найдут, и Россия вынуждена будет просто защищать свою территорию. Естественно, это все будет обернуто европейскими СМИ, которые полностью находятся практически под властью английских хозяев. Будет обернуто в стиле, ну вот мы же говорили, вот она Россия, мы говорили, что она нападет. Вот она напала. Вот к этому план и сводится. Удастся ли этот план провести в жизни или нет, посмотрим. Но похоже, что к этому подводят. Или будут пытаться подвести. Всякие попытки замерения, о которых сейчас говорят, говорят активно, ни к чему не приведут по нашим расчетам. Потому что те, кто затевал весь процесс столкновения фактически русских между собой, они не заинтересованы в том, чтобы это просто так останавливалось. Задача это ковырять как можно дольше, желательно до победного конца. Тем более, даже это заметил президент Российской Федерации. Он сказал, по сути, это гражданская война. Мы это все прекрасно понимаем, что это и есть гражданская война. Только гражданская война... С интервенцией. Ну, естественно, это интервенция по одной простой причине. Гражданская война с интервенцией. Против России воюет руками ЧВК ВСУ. Практически... — И в СУ? Там и польские ЧВК, и английские, и ну, французские, и американские? — Это мы понимаем. Но формально они выступают фронтом как ЧВК в СУ, потому что они же не выступают в своих шевронах, нашивках и прочее. То есть надевают украинскую форму только почему-то шеврона меняет ну, кверх ногами это говорит о том что этот человек не является представителем государства 404 а конкретно потому что те никогда не ошибаются те правильно свой флаг вывешивают а эти кверх ногами эти как получится просто ну да не обращать на такие мелочи внимания. Так, ну, значит, на этом мы ответы на предыдущие вопросы мы завершили. Переходим к сегодняшним темам. Тем много. Вот, кстати, еще один вопрос в догонку. Владимир В. спрашивает, мне порой кажется, что все это какой-то глобальный кровавый спектакль, цель уничтожения белой части человечества как вы это видите ну давай а, ну тут скорее все-таки речь не о белой части человечества а о конкретных народах населяющих вот западную часть Евразии Евразийского континента как наиболее активных наиболее а, творческих и тех народов которые собственно на протяжении последних Наверное, двух тысяч лет. Да, ну, я думаю, даже. А, а может и больше. Они вершили, собственно, историю. Именно здесь и родилась цивилизация человеческая, как мы ее сейчас представляем, поскольку о предыдущих этапах развития цивилизации у нас очень смутные представления, обрывочные. По большей части это догадки и гипотезы, а не, не факты. Даже не гипотезы, я бы сказал. Я бы даже сказал, что прямая фальсификация плюс ко всему не надо забывать. В России уже орудия боевые были сделаны из металла, из железа, а на Западе еще воевали бронзовыми орудиями. Конкретно, Римская армия была оснащена бронзовыми наконечниками копий и бронзовыми мечами окинаками короткими потому что реально на большой меч у них не хватало ну реально Никак. ресурсов ресурсов не хватало просто-напросто это э, мог себе позволить только богатый человек более менее там длинный э, кинжал или меч иметь поэтому реально э, Цивилизация развивалась здесь, а потом она выплескивалась на просторы Евразии. Тот же самый поход Удина, он именно привел к тому, что в Европах началась так называемая цивилизация. Туда принесли технологию производства металлов, туда принесли сельхоз технологии производства тех или иных видов сельхозпродукции. Вот. Так что здесь непосредственно именно русские предки, предки русского народа выступили в роли цивилизаторов. Не надо забывать, причем это еще в XIX веке было повсеместно известно, и это преподавалось в университетах, что алфавит, вот тот, который якобы церковно-славянский, пришел к нам из Греции, из Византийской империи, принесли туда пелазги. А пелазги – это белые асы, дословно переводится на современный русский язык. А белые асы – это вот как раз выход с Причерноморских степей и самого Крыма. То есть народы, которые пришли, они осели в Спарте и именно дали алфавит для греков. И с помощью его вот греки создали свою азбуку. Причем реально в русском языке звуков и букв было больше, чем то, что восприняли греки. Почему, например, у них в и т отсутствуют вот такие вот буквы, да, то есть как бы и многое другое. Поэтому, в общем-то, Реально, язык более примитивный, и, соответственно, он более ограничен в своих возможностях. Ну, там другие буквы есть, которых нет в русском. Ну, почему? У нас же эти буквы заменяются, там «эпсилон» и прочее, все это… Ты это там? Конечно, у нас буква «э» есть, а у них «эпсилон», например, используется, да, там или фета, ну, у нас буква F, она присутствует. Кстати, в дореволюционной русской грамматике фета присутствовала как буква. Ну, буквы-то было больше. Буквы было больше, конечно. Это большевики редуцировали. Редуцировали, да. Товарищ Луначарский, подпольная кличка у большевиков даже была, Лупанарский. а Лупанарии – это, как известно, публичные дома в Древнем Риме. <laughs> так они друг над другом они так подстебывались. Ну, вот так мы это имело место быть. Она, ну, последняя программа Владислава называлась Началась эвакуация кукловодов. Я напомню, что согласно теории вот этих кукловодов анунаков, ну, анунаки, понятно, что это просто условное именование. Это не означает, что они просто реальные анунаки вот эвакуация кукловодов, она сопровождается обычно зачисткой менеджмента, который слишком много знает, либо который имеет, не просто слишком много знает, а которые имеются связи с вот этими кукловодами, так чтобы эти связи обрубаются, так чтобы до этих кукловодов потом невозможно было через эти связи добраться тем, кто потом будет расследовать, что здесь происходило. Ну и заодно начинаются, никто не понимает, что происходит и почему какие-то люди начинают, простите, начинают пропадать вот это. Начинаются разборки уже между самими политическими элитами. И вот в России последнее время последние два месяца, два-три месяца, какие-то странные смерти начались. Вот, например, но ну последние наиболее, так скажем злободневная или острая смерть. Вдруг в своем загородном доме при странных обстоятельствах погиб экс-начальник миграционной службы России. Он же экс-начальник собственной безопасности МВД и экс-замначальника управления собственной безопасности ФСБ Константин Рамадановский. Его тело нашли у лестницы его коттеджа в Серебряном Бару и зафиксировали перелом шейного отдела позвоночника. По официальной версии считается, что он мгновенно умер, когда упал с лестницы. а Травмы вот эти вот они уже после смерти получены. То есть он, грубо говоря, ему стало плохо, он умер и уже мертвым упал и вот сломал себе все, что можно. Красивая фамилия совершенно подходит на роль даже самого кукловода, да? Но ну, Рамадановский, извините, это был э, правой рукой Петра. Он возглавлял тайную канцелярию на минуточку занимался. Это, может, это родственник или я, это фамилия? Я думаю, что не просто карна такие карнавальные фамилии дают людям. Может быть, и родственник. Связь есть. Скорее всего, конечно. Вы можете это проверить, открыв произведения Алексея Толстого, Петр Первый, там Рамадановский один из основных персонажей, который да. занимался с новым делом, то есть политическим сыском. Да, и вот, согласно нашей гипотезе о семьях элитариев, которые управляют миром, ну и в том числе, конечно, и Россией, эти семьи, имеют многосотлетнюю, если не тысячелетнюю историю. Они никуда не деваются. Их капиталы тоже никуда не деваются. Они просто прячутся, шифруются, но иногда демонстрируют себя вот таким способом, как, например, вдруг какой-то руководитель могущественной спецслужбы, который, как считается, управляет страной. Спецслужбы, конечно. Вдруг и получает фамилию такую же, как у человека, который занимался примерно тем же делом 300 лет назад. Ну, чуть поменьше, 250 примерно. Ну, примерно. 50, да. но Это не имеет значения. Сейчас я... Это как бы фигурально. Неважно, сколько я там. 300 лет, 500. Это может быть и 1000 лет. А есть люди, которые там... Фамилии свои носят по 500 лет, по 600 э и больше. Несколько таких фамилий, пару десятков, по-моему, мы с Вальтером назвали ну, в своих фильмах про историю Ананаков. Найдите, посмотрите. И чем эти фамилии знамениты. Вот вы узнали теперь, чем знаменита фамилия Рамадановский, если не знали об этом раньше. Но помимо этого... С более простой фамилией человек. Вот из Москв в Москве выпал из окна и погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании ЮКОС. Он же был и «Анексима». 64 года. Михаил Рогачев. А, тоже странная смерть. А, семья позавтракала, в субботу, в гостях сестра хозяйки. А, значит, этот Михаил Рогачев сказал, что ему надо отойти и полежать, отдохнуть после завтрака, пока женщины там общались, и надо было уже провожать гостю, пошли за ним, а его нигде нет. Вошли, значит, в спальню, вы увидели, значит, открытое окно, разбросанные бумаги на полу в том числе, в нескольких экземплярах предсмертная записка, на, на принтере напечатал вот. Нет, там, по-моему, от руки было написано, судя по фотографии. Хотя я не знаю точно. Ну, э, что там вот, салаты, ты э, может, ре... знаешь? Нет, я просто-напросто так, как свою догадку даю. Человек э, из истории э, судебной психиатрии. Никогда не пишет в нескольких экземплярах. И если он пишет, то они все должны быть разные. А тут просто так, такое ощущение, как будто по фотографиям я тоже судил, что просто на ксероксе ну, копирку можно было бы, но хотя это очень странно для такого типа документа. Очень странно. Тело обнаружил гулявший с собакой шеф, сотрудник службы внешней разведки, который является персональным водителем бывшего первого заместителя директора службы внешней разведки России. При этом близкие Рогачева говорят, что не было никаких предпосылок к самоубийству, и он находился в нормальном расположении духа. Ну, между прочим, это вот эпизод из Бояра. Если помните, там в третьей части из окна выпадает внезапно... Генерал, который занимался, между прочим, финансами Министерства обороны. Сейчас у нас генерал, занимавшийся финансами Министерства обороны, из окна не выпал, он просто находится в тюрьме, где ему, в общем, безопаснее с нашей точки зрения. Нет, он относится, он в тюрьме еще не находится, но он находит на допрос, как на работу, и дает показания, поэтому ему и не избрали. Пресечения его свободы, то есть он находится под подпиской о невыезде. Вот. Это первый зам Шойгу, который курировал финансы. А вот э, женщина, которая непосредственно распределяла деньги в Министерство обороны, появилось сообщение, что она умерла вдруг скоропостижна. Да, вот это я еще не слышал. Да, да, как ее Людмила, ну неважно какая фамилия, она не являлась военной, она была чиновником первого класса. Ну, ну то есть гражданский сотрудник. Гражданский сотрудник просто, на который одели погоны, ну, она по цвету даже звездочек не была у военных которые в армии находятся желтые звезды а у него были серебристые звезды то есть поэтому и как тимур иванов он тоже был советник первого класса то есть у него на погонах были тоже серебристые звезды хотя он был генерал армии по своей должности да вот как да. раз видимо они и те кто стали давать показания. Тех э, держат еще на свободе, а те, кто стали запираться, ну, их и уничтожили, чтобы они не, не сболтнули чего лишнего. Так что здесь процесс очищения, как бы верхушки, во всяком случае, армейской идет. Ну, процесс, на... процесс вот как раз очень похож на те процессы, которые должны происходить, когда кукловоды куда-то пытаются... Не, ну это само идти. собой, конечно. Это всегда происходит при, скажем так, смене элит, смене власти. Этот процесс всегда будет идти, потому что реально люди что-то знают, от них избавляются, чтобы это знание, которые, которыми они обладают, не попало широкой общественности самое главное знание, которое они скрывают, это о своем существовании, о том, кто они такие. Ну, это естественно. Это главная тайна. Главная тайна страны, если кто не знает, это кто ей управляет. Как мы говорили в прошлой передаче, это действительно это тайна за семью печатями. Не просто так как бы вульгарно типа того скрывается. Нет, это реально люди, которые теневые руководители страны, мы вам говорит так, они находятся в Под, глубоком подполе, да, и они совершенно не публичные люди. Вы об этих людях никогда ничего не услышите из средств массы. Да, вы можете их знать и даже видеть иногда, но вы понятия не имеете, том, какую роль на самом деле они играют в системе управления. Да, это действительно так, потому что реально руководители государства знает буквально несколько человек по пальцам одной руки их этих людей можно пересчитать но мы даже не знаем и тех кто знает это да так называемых офицеров связи мы тоже не знаем если кто знает сообщите это шутка Дальше у нас 18 августа, это прошло уже два месяца, вдруг скоропостижно умер сын э, руководителя Роскосмоса Юрия Борисова, Константин Юрьевич Борисов, которому было всего 43 года. Причем незадолго до кончины он продал полученный от отца контрольный пакет в компании НТЦ «Модуль» структуры структуре «Росатома» КИС «Критические информационные технологии». А до этого умер сын еще одного крупного родителя, руководителя нефтяной промышленности России. И вот на днях, не вчера, что ли, в одной из сталинских высоток произошел пожар. В здании на Красных Воротах загорелась крыша десятиэтажной части, сообщают очевидцы. В историческом музее, который находится в высотке, проводились ремонтные работы, и, возможно, они и стали причиной начала пожара. Но ну, это просто материализация эпизода из бояра. Если вы помните, в первой, по-моему, части, да, Бояр забирается на высотку, правда, на высотку, на, постине, на... По да, да. только высотка, которая находится на котельнической набережной. Да, другую, на другую высотку забирается, но это не важно. Так, такие, такие мелочи для иносказательных вот этих вот историй, тем более фэнтези мы же это фэнтези или научная фантастика может назвать ближе к фэнтези чем к научной фантастике вот он там забрался оказалось что там у анунаков потаенные Сходка. апартаменты Да, апартаменты и он после длительной борьбы или не очень длительной, но серьезной, он выкрал у них артефакт главный, который назывался Экураме. И сбежал. Насколько я понимаю, там как раз, по-моему, пожар после этого был, да? Или что-то такое произошло? Да, там произошел пожар после этого. Вот, вот вам, пожалуйста. Непонятно, что это произошло здесь на Красных Воротах, но по внешним признакам это очень похоже на реализацию сюжета из Бояра. А Владимир, я хотел бы спросить Давай. наших слушателей, скажите, пожалуйста, нас хорошо слышно, потому что в прошлый раз были как бы претензии, то, что плохо слышно. Да, мы над звуком немножко поработали, сейчас должен был, он должен быть гораздо громче, и мы другой микрофон используем, который более чистый звук дает. Посмотрим как получится в записи, но от вас желательно бы какую-нибудь ответную реакцию. У нас сейчас 22 зрителя, потому что у нас люди любят слушать нас в записи, а не в прямом эфире. Ну, если 20 человек слушают, то кто-нибудь ответьте насчет технических моментов. Нам просто интересно, потому что контролировать пока эфир у нас не получается, мы заняты здесь а записи помощников нет. Следующая у нас тема большая. Это про денежную реформу мы хотели рассказать 1991 -го года. У нас любят ну, с. Сравнивать. Да, нет, у нас мы с Михайловым в воскресенье. Позавчера в программе, которую я публиковал поздно-поздно вечером, точнее ночью уже практически, не знаю, посмотрели вы или еще не успели, она в записи не в прямом эфире идет. Мы вспоминали людей, которые любят приводить примеры из жизни СССР, какая там была экономика, какие там были показатели, кто там чем успешно занимался когда можно доверять этим показателям, и в том числе о том, как там эти люди жалеют о том, что Советский Союз, ах, 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 какая катастрофа, как-то крупнейшая геополитическая катастрофа, да, разрушение Советского Союза. Ну вот, 20 с чего, века. Да, да. С чего началось это разрушение чисто технически, да, то есть, ну, концовка переход в Эншпиль. Понятно, что он разрушился в любом случае. А вот э, что послужило катализатором? А катализатором послужила конфискационная денежная реформа, которая началась или была объявлена, точнее, вечером в воскресенье 22 января 1991 года, когда э, диктор центрального телевидения э, зачитала бумажки написано чуть ли не от руки, но, в общем, какой-то там был обрывок бумаги о том, что с понедельника дается три дня на то, чтобы граждане СССР могли обменять скопившуюся у них в 50 наличность. и 100 рублевые купюры на новые, которые вот только сейчас выпустили. Причем обменять можно было наличными только сумму до 1000 рублей. В Сбербанке за вклады можно было получить только 500 рублей этими новыми 50 100 рублевками. И одновременно а, вклады в Сбербанке замораживались. Замораживались. Это произошло у нас 22 января, напомню, с 23 числа. А, начались ну, 23 утра, началось со штурма Сберкас. Я напомню, что тогда никаких коммерческих банков как сейчас не было. Да, были только Сберкассы. Были только Сберкассы и был еще, внеш, как он называется, Внешторгбанк, по-моему, он назывался. Внешторгбанк, но он, это он это для до тех, сих пор да, есть. Но... Да, это для тех, кто, у кого были чеки, я же посыл торг, и какая-то там заработанная за границей валюта. валюта. Таких было очень немного людей. Не более. Это, да, около, около отделения Сберкасс, которые потом уже стали Сбербанком выстроить огромные очереди. Деньги, правда, разрешали менять не только в банках, но и в бухгалтерии на предприятиях, через профессиональные союзы и в учебных заведениях. В итоге, в итоге изъять из обращения хотели 51,5 миллиарда из 133, которые находились На руках. Но удалось изъять всего 14 миллиардов. Хотели изъять 39%, а изъяли, соответственно, порядка 10%. 2 апреля, ну, помню, что они одновременно еще заморозили деньги. И 2 апреля, то есть через сколько получается 3 месяца? А, 2 месяца. Февраль-март прошел. 2 апреля правительство... Произвело 3 и 4 по отдельным позициям. Кратное повышение цен на продукты, транспорт и коммунальные услуги. На вклады было начислено 40%, но деньги можно было получить налично только в следующем году. А 1 января 1992 года эти деньги уже стоили, сколько процентов, 10, наверное, да, от того, что... Но... Я уже сейчас не помню. Но в общем, смысл такой, что они практически обесценились. До того момента, когда а. можно было, дозволено а. было снять, да. За один доллар давали 6 э, рублей. Насколько я помню, снять мне ничего так не удалось. Но так это... мои 600 рублей, в общем, там и пропали. О, у тебя 600, у меня пропало больше 10 тысяч. Ну, И, ты был постарше, я только начал работать, что а, я... Ну, я дал. Я хотел купить квартиру, мне там 20 сантиметров, где в квартире, в которой я проживал, было больше. И удивительная вещь, это кооперативная квартира на Ленинском проспекте, продавалась двушка. Так вот, за двушку я держал деньги в Сбербанке, то есть их можно в сберкассе. Было, ну, в сберкассе да э, ну мы понимаем о чем говорим В сберкассе держал а когда э, уже хозяин готов был продать э, деньги просто <laughs> не отдали да тысяч это было состояние это было состояние да, но ну я работал тогда ну, на трех... Корячиться, наверное, на нем нужно было много лет. Я работал тогда в эпигенплана города Москвы научным сотрудником. Плюс читал лекции в двух институтах одновременно. То есть и реально я зарабатывал в месяц там 700, по 800 тысяч, 800 рублей. Вот, то есть это по советским меркам я жил достаточно хорошо и зажиточно. Ну вот, плакали мои денежки конкретно. Да, ну, в общем, дальше произошло следующее, что национальный доход в сравнению с 90-м годом уменьшился на 20%. Дефицит государственного бюджета в 1991 году составлял по разным оценкам от 20 до 30 процентов волового внутреннего продукта. Представляете себе, что это такое? Сейчас у нас дефицит 4 процента с чем-то, да, если не ошибаюсь, 4 по -моему. А тогда вот, соответственно, он был от 20 до 30 процентов, точно даже неизвестно сколько. Причем менее чем за две недели до объявления вот этой так называемой Павловской реформы по имени премьер-министра, назначенного 14 января, то есть за неделю примерно до до события. А вот этот Павлов выступил с заявлением, будущий, кстати, член ГКЧП он был, по после этого. Да. Да, вот этот Павлов выступил с заявлением о том, что никакой денежной реформы не будет. Слухи-то ходили. По заявлениям властей, уже по факту объявления, эта мера должна была заморозить нетрудовые доходы, средства спекулянтов, коррупционеров, так называемого теневого бизнеса и фальшивые деньги, в результате сжать денежную массу и остановить инфляцию. Видите, вот с инфляцией тоже таким образом пытались бороться. Да, да. сейчас... Э, э, а в результате? Директор Центробанка, госпожа Набиулина, тоже борется с инфляцией. Да, тоже борется с инфляцией. Они установили э, ставку рефинансирования в 19%. Да, процентов? да, да официально в 19%. При, при официальной инфляции в 8,62%. В результате высосали на депозиты банковские практически все, что было у населения распихано под подушками и где-то в бизнесе, потому что никакой бизнес, ну, мало какой точнее бизнес, приносит гарантированный такой доход в 19% годовых. А бизнес – это вещь рискованная и можно не только что-то заработать, но для малого и среднего бизнеса часто просто потерять. И вот эта палская реформа, которая затевалась как небольшая спецоперация, она привела фактически к краху Советского... самого Советского Союза. То есть если вот 22 января была объявлена реформа денежных знаков, то 8 декабря 1991 года тремя государственными учредителями Союза были подписаны соглашения о прекращении существования СССР и создании так называемого Союза независимого государства НСНГ. А 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. Прошло ровно практически 11 месяцев после замены этих несчастных 50 рублев. и все. Таким образом, небольшая спецоперация подвела черту под последними остатками доверия народа и, кстати, не только народа, но и экономически активных элит, в том числе национальных республик к центральной власти. И центральная власть просто схлопнулась. А казалось бы, ну, подумаешь, обменяли. Один вид 50 и 100 рублевок на другой вид. А подишь ты, какой результат? В 93-м, кстати, году после всего этого правительству пришлось проводить новую конфискационную реформу. Обмен банкнот уже советского типа, только что выпущенных и более мелких, был проведен на российские рубли 26 июля-7 августа, это там тоже примерно две недели, 93-го года. Граждане России по прописке в паспорте могли обменять сумму до 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей это уже были не те, про которые говорил Сергей, когда за 10 тысяч можно было купить квартиру. Здесь уже за 100 тысяч, насколько я понимаю, можно было купить холодильник, на еще это в духе. Ох, я думаю, что даже холодильник за 100 тысяч уже, наверное, купить было невозможно. Вот я уже не помню этих масштабов. Инфляция была настолько гигантская, что… Гиперинфляция была. Это да. была гиперинфляция. Практически каждый день э, ценники, менялся, менялись. ценники менялись. И уже стали ценники выставлять не в рублях, а в долларах просто. Ну, просто. в условных единицах. Сначала ну, в долларах просто. И долларами, кстати, даже расплачивать. И Потом запретили это дело. А все равно ценники везде. на Можно было ленинцев, купить да. только на рынках что-то. В магазинах было шаром покати. Вот где-то примерно в течение полутора-двух лет а стояли пустые полки в магазинах. С березовым соком. березовым соком, еще что-то там такое. А, дальневосточные банки с этой морской капустой. А сейчас, кстати, это, между прочим, дорогие вещи. А сколько капуста ночью стоит дорого? Ну, все дело в том. А березы сок по-моему вообще не продается. Ну да, а реально это крайне полезный продукт. Да, вот раньше он продавался везде. И стоил совершенно таких приемлемых денег. И вот обменять суммы до 100 тысяч рублей, то это после скандалов, потому что первоначально хотели разрешить менять только. 35 тысяч, потом 70 тысяч. И каждый обмен, вот этот вот штамп в паспорте, ставился. Вам обменено столько-то, чтобы нельзя было сейчас обменять потом больше. Причем самые хитрые якобы теряли паспорта, шли писать заявление, чтобы им восстановили паспорт. А им и в новый паспорт ставили штамп, чтобы обмен денег произведен был. Чека не обманешь. Большой, большой, большой опыт. Да. Я что хочу сказать, сейчас некоторые финансовые аналитики, причем российские, те, которые и на Ютубе выступают, и еще на подлежащем закрытию, вернее, Ютуб, подлежащий закрытию и на телеграм-канале. Совершенно открыто говорят, что намечается еще одна денежная реформа, которая приведет к тому, что будет деноминация рубля. Вот. Мы с вами говорили в прошлой передаче об этом, но не успели просто. Деноминация ну, – это фактически да. та же самая замена денежных знаков. Да, будет введен электронный рубль, и он по отношению к рублю бумажному будет иметь э, другие Маслому, значения. и, без, и безналичного. Да, и безналичного. Они будут э, реально э, уже иметь твердость хождения, она будет привязана. Это они планируют что будет иметь это... твердость хождения. Ну, во всяком случае, они хотят вот как раз э, сегодня... Одним махом убить инфляцию. Ну, это так же, как Павлов, как-то Лавры не дают покоя. Ну, что делать? Вошел в историю человек таким образом. Реально, Герасименко поумнее, он ушел как бы в сторону. В сторону и тем самым спас свою как бы репутацию реноме. А тут реально вляпался и еще плюс в ГКЧП влез. Да, ну ему повезло, очень вегетарианские были времена. Всех пожалели. Хотя вот товарищ Пуга застрелился, да, он честный, видимо, был. Ну, он э, был же в ЦК-партии, отвечал за партийные деньги. Поэтому да, он... он и вынужден был... То есть он не только МВД занимался, он еще и деньгами занимался. Да, да. Он, вот, реаль... вот она, где собака зарылась. Конечно, конечно. Обратите внимание, вот как товарищ, который э, только что мы сказали, там, Рамадановский и прочие друг ни с того, ни с сего приказали долго жить. Так что, здесь все идет по плану. Да. Дальше, мы вам рассказали этот эпизод из жизни России на переходном периоде от Советского Союза к Российской Федерации. Не случайно, Предлагаем поискать аналогии с сегодняшним временем. Вопросов у нас сегодня, я так понял, э -э немного. Мы на то, что было, ответили. А, нет, еще вот вопрос есть. Сформулируйте русскую идею хотя бы в первом приближении. Одни, одной фразой задача перед русским народом это строительство государство в интересах русского народа. Нового государства в интересах русского народа. Заметьте, не РНГ, русского национального государства, а вот чуть более правильная формулировка государства, которое будет действовать в интересах русского народа. И это, кстати, для всех народов будет лучше, чем сейчас, потому что униженное положение или поражение в правах государство образующего народа, оно приводит к тому, что все остальные народы, в общем, подвисают в воздухе, потому что в случае любого обострения ситуации международной защищать страну может только государство образующего народ, у всех остальных просто не хватит численности сил. Так, пишут, что у нас есть рассинхрон звука с видео. Ну да, мы не успели отладить, потому что мы поставили другой микрофон, и у него может быть другая задержка обработки. Поэтому рассинхронизация между звуком и видео может быть, но для наших программ, я думаю, что это не так существенно. На этом на сегодня мы проговорили час. На сегодня предлагаю Завершить, Сергей, ты хочешь что-нибудь сказать? Я единственное хотел сказать то, что реально мы это и обсуждали с Владиславом Александровичем непосредственно, что банки начинают скупать реальное золото. Для чего это делается? Это делается для одного, чтобы когда навернется доллар, а он навернется это однозначно, то активы, которые будут у банков, материальные активы, они в последующем послушат токенами для производства новых денег, частных денег. И не это... токенами, а обеспечением токенов. И обеспечением токенов, конечно. Обеспечением токенов, Мало которые того... станут новыми реальными деньгами. Мало того, если у вас есть возможность есть свободные деньги, покупайте э, те продукты, которые реально ликвидные, ликвидны, будут иметь ликвидность всегда. При, при этом я бы даже сказал, что здоровье, вкладывание денег в свое собственное здоровье, это приносит ликвидность вашим деньгам и возможность да, в дальнейшем что трудиться. Так что... Самое ценное, что есть у человека, это его квалификация и здоровье. И плюс ко всему я хочу сказать еще одно. Вот мы в прошлый раз говорили с вами про такой знаменитый банк Bank of America и его, одного из основных акционеров, Уоррен Баффет. А, У... да, про Баффет ну то скажи, кстати, под конец программы, да, это будет такой очень-очень э, интересный такой подарок для наших слушателей, тех, кто, тех, кто слушает до конца. Э, скажем так. Как, как, как его, вот эту, мы расшифровываем его фамилию? Да, мы обменялись перед передачей с Владимиром мнениями и пришли к выводу, что Баффет это укороченная его фамилия, как бы такая... Сокращение, сокращенная слегка. А настоящая фамилия его Бафомет. Может быть, это наше больное воображение, ну, Напрашивается. Что, да, ну, что-то вот нам подсказывает, что этот человек не просто так э, делает совершенно вроде бы нелогичные движения с, самую технологичную компанию э, Apple. От, Apple, который он избавляется имеет. от нее. Избавляется от этой компании, да, от, от акций этой компании, избавляется от акций э, непосредственно Bank of America и вдруг после этого ни с того ни с сего Bank Америка начинает скупать по всему миру наличное золото, банковское золото. И плюс ко всему, а Орен Баффет оттуда ушел. Вот удивительная вещь, там вроде бы какие-то преференции наблюдаются, а человек оттуда уходит своим капиталом. А куда он пошел? Да непонятно. И плюс на этом фоне вдруг возрастает цена золота почти до 2000. 2700 уже? Две, да, 2700. Ну, там, 2700 долларов за тройскую. Ну, она сначала подня, поднялась, да, а потом 31 грамм, более правильно. Вот. Цена 1,1 там еще. Ну да, дня. да. Но важно другое, что она поднялась и только благодаря интервенции непосредственно, которую проводила ФРС, золото немного откатилось назад, потому что она поднялась до 2677 долларов за тронскую унцию, а потом на 7 долларов обратно откатила. То есть это не просто так была проведена такая интервенция продажи золота для того, чтобы не вызвать панику на лондонской бирже металлов. Ну, и не только на лондонской, а всемирную панику, чтобы не вызвать. Ну, это само собой, но все равно котировки идут именно от Лондона. В этом, обратите внимание, не Америка устанавливает цену на золото, а Лондон. А это как раз и говорит. А, что... Не то, что устанавливает, фиксирует. Ну, да, фиксинг так называемый делает. Ну, раньше он был вообще просто там несколько, несколько ведущих банков как бы собирались, сказали, вот сегодня там будет такая-то цена на золото. Это назывался как раз лондонский фиксинг. Сейчас он более автоматизирован, большее количество участников якобы. Вот, ну и цена растет. Цена на серебро, кстати, установила тоже. Да. 33 до, да, 33 доллара за тройскую унцию. Серебра. Это, серебра. Никогда это, таких это... высоких цен не было. Да, вот о чем мы вам сегодня сказали и в конце передачи мы это наглядно продемонстрировали именно э, биржевыми сводками, которые э, да. все могут посмотреть и проверить. Да, если кто-то что-то не понял, что мы хотели сказать, то задавайте вопросы. В следующий раз мы уточним, рассмотрим, дополним. А на сегодня все, информации уже много очень. Мы наговорили. Всем спасибо за внимание. А, до свидания. До новых встреч.